Опять написали Валера и женщины. Это все не годится. Все наши мужики и женщины. И снова 8 марта. А у настоящих мужчин этот праздник должен быть в душе весь год. И особенно сейчас, когда хочется поздравить и сказать женщинам самые добрые слова. Счастья вам, дорогие наши. О, женщина, не бойся полюбить. Не прозевай тот миг неповторимый. К чему сомнениям быть или не быть? Ты рождена любить и быть любимой. Желаю вам всем, дорогие наши женщины, чувствовать себя на 18, а выглядеть все на 100. Не пугайтесь процентами. Много на свете красивых, умных женщин. А между прочим, предпочитаю лично, дурочек, люблю я их. Да, потому что дурочки все время улыбаются, да. А умные ходят с умным видом и людей пугают. И любят дурочки, развесив уши, а умные, выпучив глаза. Да и дурочки удобнее выходят замуж. Да, вот так, вот так. Любимая женщина, а то любимая, что как бы она тебе не насолила, не наперчила, а у тебя все равно от нее запах будет лесных ягод на фоне легкой аллергии. Помню, однажды меня женщина спросила, говорит, который час? Без 5:07. Это 2, что ли? Я в первый момент даже и не понял, что она сказала. А она все правильно сказала. Она от 7:05 вычела без 5:07. Оказывается, 2 получается. Я говорю, ой, девушка, а кто вы по гороскопу? Я рыба, а я пиво. Девушка, скажите, вы верите в любовь с первого взгляда? Или мне попозже подойти? Эх, помню, когда моя Вилета забеременела, я ее попросила сделать тест на беременность. А она спросила, а там сложные вопросы? А то я недавно была у кокалиста. И что он сказал тебе? Сказал, что буквы учила. Вот честно, женщина для чего? Для уюта, для домашней атмосферы. Женщина, она как крутой мобильник. Наворотов много, а функция-то одна. Мне моя Вилета орёт, ты где шлялся? Я говорю, так пробка, такая пробка была. Какая пробка ночью? Так и не вытаскивалась. Люди видели, как ты выходил из пивного бара. Ну правильно, выходил. А что я там, ночевать должен был? Она отметки на сына начала странно реагировать. Если сын приносит из школы пятерку, это ее гены. А если двойку, то это мой хромосомный набор. Она говорит, с моей умной головой во всем права ее мама. Ну да. Ну еще бы, ее мамочка большой человек. В гостинице работает, стилистом. Постели стелит. Как-то ей сказал, я уже не могу, ухожу от тебя. Вилета расстроенно посмотрела и сказала, и я с тобой. Мы как-то все-таки так помирились. Я недавно видел такое объявление. Женщину 45, которая ягодка опять, мечтает найти опытного ягодника. Прелесть просто. Для дальнейшей переработки ее сока. В отдельном благоустроенном пакете. Дальше гениальная приписка. Грибникам со своими старыми хуморами просьба не беспокоить. Ha 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 ha!